Здравствуйте, в эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты Первого Карагандинского и я, Гульнур Жакин. В начале выпуска коротко о главном. Экс-акиму Карагандинской области Бауржану Абдишеву снова продлили арест. Сельчане затопленного поселка имени Габидена Мустафина недовольны компенсацией. Теперь получается, как бабку разбитого корыта осталось. Обо всем по порядку. Экс-акиму Карагандинской области Бауржану Абдишеву снова продлили арест. На этот раз под стражей он проведет до 18 июля. Напомним, что бывший аким Карагандинской области подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшим тяжкие последствия, а также незаконном участии в предпринимательской деятельности. В июне прошлого года Бауржан Абдишев был освобожден от должности акима области и уже в сентябре задержан и помещен в изолятор временного содержания УВД города Караганды. Значит, суд продлил срок нахождения под арестом Абдишева в связи с тем, что материал уголовного дела составляет более 300 томов. И с данными материала уголовного дела необходимо ознакомить 21 подозреваемое лицо и их адвокатов. Также имеется по делу большое количество материалов аудио и видеозаписи. С этими материалами также необходимо ознакомить и как подозреваемых, так и их защитников. Семилетнему сироту, приемных родителей которого подозревали в избиении ребенка, оставили в семье. Апелляционная коллегия Карагандинского областного суда, рассмотрев все обстоятельства дела, пришла к выводу, что названные мать и отец малыша не трогали. Потому мальчик вернется жить в свою семью. Напомним о том, что ребенок подвергается жестокому обращению, впервые заявили педагоги, где учится мальчик. Синяки, ссадины и колотые раны на маленьком тельце тогда повергли в шок учителей. Органы опеки посчитали, что в этом виноваты приемные родители. Ребенок сейчас находится в центре адаптации. В скором времени он окажется дома. Судья Карагандинского областного суда провела ряд бесед и выяснила, что мальчика избивала старшая сестра. 21-летняя девушка, страдающая после родовой депрессии. Главными положительными аргументами приемных родителей стали семейные фото. Мать как бы вот с родителями представили фотографии совместные, где они выезжают после, допустим, мусульманского обрезания, они выезжают в Туркестан, в мечеть, и посвящают это ребенку. Все праздники, фотографии, допустим, они с ребенком имеются, где они отмечают, где мать гуляет и занимается. Сам ребенок также поясняет, что воспитанием занимается в основном мама. По словам судьи, названная сестра пострадавшего малыша уже раскаялась и даже переехала в другую квартиру. Ребенок в ближайшее время вернется домой. Сам судебный процесс проходил в закрытом заседании. Имена фигурантов не разглашаются, так как в этом деле речь идет о тайном усыновлении. Амина Смакова, Жаслан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Сельчане затопленного поселка имени Габидена Мустафина Карагандинской области недовольны компенсацией. Люди их дома по какой-то причине не признали аварийными, и теперь они живут в развалинах. Более подробнее об этом расскажет Амина Смакова. Пенсионер Ольга Хранусова в отчаянии. Женщина ежедневно приходит в свой разрушенный дом и пытается своими силами восстановить его. Стены, крыша остались целыми, но жить здесь пострадавшая не может. Она и ее сын-инвалид снимают квартиру. Местные чиновники деньги на съемное жилье Ольге не выдали. Семья получила компенсацию более 1 миллиона 100 тысяч тенге на ремонт и покупку мебели. Это как бабку разбитого корыта осталось. Деньги, которые выделили мне, они у меня лежат, я их не трогаю, потому что этих денег не хватает. По словам оценщика, дома жителей можно отремонтировать. Угрозы для жизни они не представляют. Будут колотить сваи, пойдет разрушение по стенам, пойдет просадка фундамента. Разговора нет. Вы нас вызываете, мы приедем, мы посмотрим. Если это действительно пошло разрушение, мы его перепишем под снос. Местные чиновники разводят руками. Теперь только независимые эксперты могут помочь сельчанам, но их услуги обойдутся в копеечку. Если люди не согласны, они должны независимого позвать, вообще, который с нами договор не заключал. Если он уже какое-то заключение дает, тогда уже они с иском подают. Сельчане намерены обратиться к адвокатам в надежде, что правозащитники помогут им отстоять собственность. Амина Змакова, Жаслан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии.
Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Продолжаем выпуск. Сегодня карагандинские полицейские уничтожили крупную партию оружия. Большинство в правоохранительные органы их сдали добровольно, а некоторые изъяли в качестве вещественных доказательств по ряду уголовных дел. Операция по уничтожению стволов проходила на территории одного из металлургических предприятий карагандинского региона. В топку электропечи отправилось около 400 единиц оружия, в том числе револьвер «Наган» 1895 года выпуска. Таким образом, полицейские поспешили напомнить о том, что акция по возмездной сдаче огнестрельного оружия продолжается. Тем более, за него можно получить хорошее вознаграждение. Самая большая сумма в настоящее время составляет 250 тысяч тенге. Эта программа стала одним из важнейших факторов снижения числа преступлений, сказали сегодня сотрудники полиции ДВД Карагандинской области. Осторожно, вода! С начала купального сезона за июнь утонули 9 человек, трое из них подростки, один ребенок. Все эти случаи зарегистрированы в разных местах, но объединяет их человеческая безалаберность к собственной жизни. По словам работников департамента по чрезвычайным ситуациям, смертельные случаи происходили там, где грубейшие нарушения правил купания. По-прежнему на пляжах распивают алкоголь и оставляют детей без присмотра. Чаще всего это происходит в Улутауском, Жесказганском, Актугайском, Жанаркинском и Бухаржурауском районах, а также в городе Шахтинск. Сотрудники службы спасения предостерегают население соблюдать правила безопасности во время купания. Проводятся рейды на водоемах. Нарушителей ожидают штрафы. В период купального сезона на территории Карагандинской области наблюдается увеличение числа утонувших по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. В связи с этим еще раз просим жителей соблюдать меры безопасности на воде, не купаться в нетрезвом виде, не купаться в местах, не оборудованных для купания, не оставлять детей без присмотра и не заплывать за буйки. К другим новостям. В нашей области открылся новый диагностический центр. Широкий спектр услуг будут предоставлять больным после инсульта. Для того, чтобы внедрить диагностическое нейрореабилитационное отделение, было потрачено около 250 миллионов тенге из собственных средств. Новый диагностический центр открылся совсем недавно. Он оснащен современными аппаратами. Здесь можно сделать скрининговые исследования любой сложности и операции по неврологии, отоларингологии, токсикологии и нейрохирургии. Центр работает по государственному заказу и на платных услугах. Цены, по словам сотрудников, приемлемые. В день здесь могут обслуживаться до 200 человек. Областной медицинский центр является многопрофильным стационаром, где функционируют 12 клинических подразделений. Кроме этого, у нас имеется приемно-диагностическое отделение, отделение восстановительного лечения, лаборатория. Из этих 12 клинических подразделений у нас 4 отделения являются монопольными. Это неврология, отоларингология, токсикология и нейрохирургия. Имеющийся аналогичный центр с потоком пациентов не справлялся, поэтому дополнительное здание, которое раньше функционировало как институт, открыло возможности принимать до 50 тысяч человек в год. Врачи прошли специальную подготовку в инсульт-центре Казани. Сейчас у нас неврологическое отделение расширено до 100 коек, у нас нейрохирургическое отделение работает и отделение нейрореабилитации. Ну, пока мы справляемся, но в перспективе у нас перспектива на осень, начало года, мы дополнительно думаем приобрести ангиограф и начать уже лечение инсультных больных малоинвазивными сосудистыми. По словам работников центра, теперь люди, нуждающиеся в медицинской помощи, сократят время ожидания своей очереди примерно на 10-12 дней. Консультации получат и пациенты из отдаленных сел. Айым Амрина, Арман Нартаев, Первый Карагандинский.
С помощью Национального общества Красного полумесяца Казахстана было собрано более 10 миллионов тенге для помощи пострадавшим от паводков в Карагандинской области. Впервые в стране гуманитарная помощь оказывается посредством раздачи ваучеров. Впервые помощь через ваучеры почувствовали жители Ботакары. Их получат 225 семей. Это наиболее уязвимые слои населения. Подобный механизм распределения гуманитарной помощи ранее никогда не применялся в Казахстане. Красный полумесяц, следуя современным подходам, стал первой гуманитарной организацией, реализующей подобный проект. Раньше мы делали закуп продуктов, гигиенических наборов, в общем, все, что необходимо людям. И просто раздавали это все нуждающимся. Ваучеры же дают возможность пострадавшим самим выбирать те товары, которые им нужны. На кассе он подает этот ваучер, сдает. Если у него товаров больше, чем на 20 тысяч, он доплачивает там свои деньги какие-то. Если человек не пришел с этим ваучером, этот ваучер считается аннулированным, выпускается на эту сумму, выпускается следующий ваучер. Все ваучеры номерные у нас. В отличие от традиционной раздачи помощи всем пострадавшим, определенный набор товаров на выделенную сумму, с помощью ваучера каждый его получивший может самостоятельно отовариться в определенных магазинах в указанный срок. Ваучер – строго подотчетный документ, имеющий свой номер и конкретного получателя. На сумму в 20 тысяч тенге, такова стоимость ваучера, граждане смогут приобрести необходимый им товар в период с 15 по 26 июня. Сегодня акция проходит в поселке Ботакара в регионе. В реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями. Сегодня жители поселка Ботакара получили сертификаты. Это 22 семьи, которые воспитывают детей инвалидов и 8 семей, пострадавших от наводнения. В качестве партнера выступает компания Metro Cash and Carry, в одном из торговых центров, которые и смогут закупить товары держатели ваучеров в Караганде. Что смогут приобрести граждане? Это продукты, товары первой необходимости. В принципе, можно приобрести все, кроме алкогольной и табачной продукции. Оказать такую адресную помощь пострадавшим стало возможным благодаря гражданам, которые перечисляли пожертвования с апреля по май в фонд Красного полумесяца. На просьбу о помощи откликнулись как юридические, так и физические лица. В целом, в ходе кампании было собрано более 10 миллионов тенге. И теперь эти средства посредством ваучеров поступают в адрес пострадавших при паводке. Сергей Высокосов, Арман Дартаев, Первый Карагандинский. Карагандинские кикбоксеры вернулись с победой. 6 первых мест завоевали наши парни и девушки на чемпионате Казахстана, который проходил в городе Семипалатинск. Сейчас победители отдыхают после чемпионата, но отдых для них – это тренировки. Вот и сегодня, как обычно, они в зале. Кто-то оттачивает удары с тренером, другие занимаются индивидуально. 22-летняя Марина Ни на первенстве страны выступала в весовой категории до 60 килограммов. Она уже неоднократно побеждала на чемпионате Азии, поэтому реванш в Семее над павлодарской спортсменкой девушке дался легко. 18 лет я первый раз выиграл свой чемпионат Казахстана по кикбоксингу, стала мастером спорта, и вот уже 4 года уже подтверждаю. Но я занималась также в детстве танцами, легкой атлетикой, ну как-то это не мое было, я не знаю, а на кикбоксинге у меня были результаты. По итогам чемпионата больше всего золотых медалей завоевали кикбоксеры павлодарской, карагандинской и кызылординской областей. Наши в этом первенстве лучше всех – 6 призовых мест. На чемпионате отличили спортсмены Данияр, Урал, Руслан, Баязитов, Мурат, Ибрагимов завоевали первое место. Также из числа девушек в различных весовых категориях первое место досталось Марине Ни, Тамаре Тимирбековой и Екатерине Братухиной. По словам тренера Марины, Биржана Жахина, лучшие спортсмены соревнований будут представлять Казахстан на чемпионате мира по кикбоксингу, который пройдет в августе 2015 года в Индии. Айым Амрина, Исламбек Успан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. С 17 по 22 июня в Караганде планируется перекрытие улицы Гоголя на участке от бульвара Мира до улицы Алиханова. Это связано с реконструкцией тепловых сетей. Движение регулярных городских маршрутов будет изменено.
Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго.